Социальное самочувствие села формируется по разным параметрам. Это и развитая инфраструктура, и обеспеченность жильем, школами, детскими учреждениями, и качественные медицинские услуги. В Красночитайском районе следить за здоровьем населения помогают 4 фельдшерско-акушерских пункта. Еще 2 должны построить к концу текущего года. Детей в районе стало рождаться больше, продолжительность жизни на селе увеличилась, констатирует глава администрации Красночитайского района Александр Башкиров. Конечно, во многом это связано с улучшением оказания медицинских услуг. При помощи правительства Чувашской Республики и Министерства здравоохранения Чувашской Республики наш район получил около 35 миллионов рублей, и мы сумели полностью отремонтировать нашу центральную районную больницу. Это видит наше население, этому рады все, тем более те пациенты, которые приходят на профилактику в районную больницу. Вот, довольны и медицинский коллектив, медицинских работников, потому что условия работы полностью поменялись, новые оборудования получили. По программе модернизации учреждений здравоохранения здесь полностью удалось отремонтировать Красночитайскую центральную районную больницу. Реанимационный блок, хирургию и терапевтическое отделение просто не узнать. Теперь, кроме нового оборудования, муниципалитет может похвастаться и молодым медицинским персоналом. Благодаря программе «Земский доктор» в район прибыло 15 молодых специалистов. Закупили медицинское оборудование в районе. В течение 3 лет уже пользуемся эндоскопической стойкой. За 3 года провели 150 операций на эндоскопической стойке. И в больнице стало уютнее работать, и что сказывается на удовлетворенности пациентов и медицинского персонала. В этом году запланирован ремонт инфекционного корпуса больницы. К тому же он обслуживает население не только Красночитайского, но и Шумерлинского района. Татьяна Трофимова, Игорь Поручиков, Сергей Рябчиков, Республика.